Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в этот морозный вечер на фестивале огня «Рождественская звезда». Организатор фестиваля – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Фестиваль огня проходит в Санкт-Петербурге во второй раз и продолжает петровские традиции празднования Рождества. Искусство волшебного огня, фейерверки и огненные потехи начали развиваться именно в нашем городе. Петр I был великим режиссером праздников, сам был мастером пиротехники и сам изобрел цветной огонь. И именно здесь, на стрелке Васильевского острова, там, где мы с вами находимся, был возведен пиротехнический театрум, в котором в 18 веке проходили масштабные огненные представления. И именно на этом месте начинается наш фестиваль огня. Огонь – это не только горение и пламень. Традиционно в течение тысячелетий огонь – это источник света. Поэтому фестиваль огня – это световые лазерные шоу, художники и дизайнеры, 3D-анимация и даже технологии виртуальной и дополненной реальности. Сегодня все мы впервые станем свидетелями того, как картина, созданная в виртуальной реальности, перенесется в реальный мир с помощью технологии 3D-маппинга. Каждые 30 минут небо над него будут озарять фейерверки, а в 21 час вас ждет грандиозная пиротехническая тутти. В дни проведения фестиваля 7 и 8 января в официальной группе фестиваля в социальной сети ВКонтакте пройдет зрительское голосование за лучшую пиротехническую команду. Зажечь свою рождественскую звезду уже сейчас может каждый из вас при помощи технологии дополненной реальности. Для этого загрузите на свой смартфон приложение «Фестиваль огня» из магазинов App Store или Google Play. Запустите приложение, отсканируйте звезду и наслаждайтесь волшебством. А в кульминации нашего шоу вас ждет настоящее рождественское чудо. Официальные хэштеги мероприятия «Фестиваль огня», «Firefest SPB» и «Зажги звезду». Делитесь своими фото и видео, снимайте сторис, и «Фестиваль огня» зажжет социальные сети. Вас приветствует вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Николаевич Говорунов. Добрый вечер, дорогие петербуржцы! Здравствуйте, уважаемые гости нашего прекрасного города! Сегодня здесь, на стрелке Васильевского острова, вновь зажигаются рождественские звезды и вновь горят красивые рождественские огни. В прошлом году мы возобновили традицию, которую основал великий Петр I 300 с лишним лет тому назад. И сегодня здесь мы увидим необычайное действо огня. Огонь во все времена, с древних времен, всегда был большим источником вдохновения для человека. Он был его помощником. Огонь обладает удивительной очищающей силой. И огонь – это хранитель, это символ семьи. И пускай сегодняшний рождественский огонь горит в ваших сердцах весь год. Я от души хочу пожелать, чтобы в ваших семейных очагах всегда горел огонь любви. Пускай в ваших домах царит счастье и благополучие. Дорогие друзья, от имени правительства Санкт-Петербурга я поздравляю вас с Рождеством Христовым. От души хочу пожелать здоровья крепкого и рождественской радости на весь грядущий год. Храни вас Бог! Гори, рождественская звезда! С праздником! Ну
И, конечно же, сегодня вас ждут магия, волшебство и удивительные рождественские чудеса. Итак, мы начинаем! Thank you.
так.